На юго-востоке США двое суток свирепствуют ураганы. Сильнее всего пострадали штаты Арканзас и Оклахома. Общее число погибших достигло 21. Более сотни получили телесные повреждения. Разбор завалов продолжается. Это городок Вилония в штате Арканзас с населением в пару тысяч человек. Здесь пронесся торнадо. Многие дома разрушены полностью, машины разбросаны по местности как игрушечные, нет света. На одной из местных улиц погибли сразу 9 человек. Сильно повреждено новое здание школы, которое должно было открыться в августе. Ему на крышу стихия забросила тракторный прицеп. Этой девочке чудом удалось остаться практически невредимой, при том, что ее дом полностью разрушен. Мы с подругой были в заднем углу и спрятались в шкафу родителей, их не было дома. И следующее, что я помню, что идет торнадо, и на нас падает стена. Но места оказалось достаточно, чтобы я смогла разгрести завал и выбраться, и начала помогать подруге. Я много кричала, и потом мальчики-подростки пришли нам на помощь. Спасатели, добровольцы и местные жители продолжают разбирать завалы. Некоторым удается найти целыми памятные вещи. Моя прабабушка дала ее моей бабушке, когда той было 12. Бабушка передала ее моей маме, когда той было 12. И мама передала ее мне, когда мне было 12 лет. У меня есть внучка, и я собираюсь отдать эту вещь ей. Она не только не треснула, в ней по-прежнему лежат украшения. По данным метеорологов, угроза торнадо для США будет сохраняться еще несколько дней.